С Днем Ангела, дорогие именинники! Имя человека, о котором мы будем рассказывать сегодня, означает в переводе с греческого «радостный» – «Иларион». Когда Господь в блаженствах евангельских говорит «радуйтесь и веселитесь, яком сда ваша много на небеси», то Он говорит эти слова сразу после тех, в которых открывается тайна о том, что благочестивые люди будут гонимы и изгоняемы. Вот именно такая радость, собственно, и была в жизни Илариона, который радовался о Господе, однако был гоним, претерпел заточение, тюремные, концлагерные, и стал исповедником Христовым в годы безбожных гонений. Иларион в миру Василий Троицкий родился в семье священника. Кроме него в семье было еще два брата у него и две сестры. С детства наученный благочестию, он очень хотел учиться. Известен случай, когда он в пятилетнем возрасте с маленьким братишкой ушел на вокзал для того, чтобы сесть на поезд и поехать в Москву учиться в университет. Переполошившись родители побежали их искать, нашли на станции, а ребенок невозмутимо сказал: «Ну как же, папа, а Ломоносов тоже ведь ушел из дома и поехал учиться». Впоследствии он поехал в Москву, стал учиться, учился в семинарии, затем в академии, затем преподавал и в семинарии, и в академии, и там созрело желание быть монахом. Многие приходят в монастырь после изломанной жизни, после страшного опыта греха, после того, как человек ощутит бездну пороков в себе, внутри и вокруг себя. Иларион был монахом другого качества, другого характера. Он, кроме монашества, жизни себе не мыслил, однако это был монах радостный, который не от отрицательного опыта пришел ко Христу, а наоборот от избытка благодати. Супружескую жизнь Иларион, святитель, считал равночисленным, то есть равным подвигом с подвигом монашеским. Просто считал, что одним уготовано от Господа одно, склонность к одному образу жизни, а другим к другому. Его очень любил святейший Тихон, исповедник и патриарх, и Иларион был одним из борцов за восстановление патриаршества на Руси. Когда началась революционная смута, когда все процессы вот эти тяжелые нахлынули на нашу страну, Иларион оказался твердым борцом за православие и за сохранение нравственности в народе. Особенно он отличился борьбой против обновленческого раскола. За это и многое другое власть, не терпевшей то проповедника молодого и одаренного, сослали его на Соловки, в так называемый Слон, Соловецкий лагерь особого назначения. Соловецкий лагерь был преисполнен монахов, архиереев, священников, верующей интеллигенции. И там Илариона особенно любили. Он был душой и сердцем для заключенных, не давал им унывать, заставлял их молиться, тайком они совершали богослужения, и даже урки, уголовники, заключенные, считали его особенным человеком. При нем, говорят, заключенные не смели выражаться матом, к этому даже склонялось и начальство, чувствуя внутреннюю силу, исходящую от этого человека. В Соловецком заключении Иларион выполнял разные трудовые послушания, в частности, плел сети и ловил рыбу, был лесником и сторожем. Он, шутя, говорил, что раньше Господь из рыбаков делал апостолов, а сегодня из епископов, то есть из апостольских преемников, делает рыбаков. После 4-летнего заключения его сослали в Среднюю Азию, но по дороге он сильно расхворался, и его повезли в Петербург, где он и скончался. Скончался радостно, скончался так, как и жил, среди страданий, сохраняя бодрость духа, и с весельем ушел к ожидавшему его Христу. Когда мы говорим о событиях начала 20 века, мы вспоминаем о том, что кровь мучеников, пролитая обильно на нашей земле, подобно Авелевой, ходатайствует о нас, и по сути мы живем в долг, поскольку нас вымолили те, кто пострадал невинно в годы безбожных гонений. Кроме носящих имя Илариона, поздравляем сегодня Павла, Степана, Александра и Василия с Днем Ангела. Радуйтесь, дорогие именинники, имена ваши написаны на небесах.